огни. Ну, за комаров-то я вообще забыл уже, я последних два месяца, по-моему, целлофаном тем не накрывал. Большого океана, я сам за рулевого, я сам за капитана. Находчивость и храбрость, отвага и удача. В беде не растеряться, вот главная задача. Где-то я в дороге, где-то в дороге. Напрасно ждет поживы, кто трус, тот не мужчина. Вперед, пока мы живы, находчивость и храбрость, отвага и удача, в беде не растеряться. Вот... Ночью тепло, становится теплее. Я... Намасте, здравствуйте, Индия, Гималаи. И где-то я в дороге, где-то в дороге. Утро. Красота, свежо. Супер. Я вот в таком месте. В таких красотах. Сейчас утро. Даже уже не полшестого, уже, наверное, без 15. 6 утра. И буду я собираться выходить. Чувствую себя хорошо. Нормально, никаких проблем. Вчера поужинал, спал отлично. И вообще мне понравилось. Ни комаров, ни... Ну, за комаров-то я вообще забыл уже. Я последних два месяца, по-моему. О комарах я нет, не слышал. Тепло. Тепло, конечно же. Даже говорю, целлофаном тем не накрывал, вообще отлично было. Родители спали, ночевали, и уже тоже начинает. Вот вершина эта снежная, ну прям красота. Ух. Дорога нормально вниз идет, не тяжело идти. Женщины уже с утра работают. Уже ветки режут. Вот одна, вот вторая.
Спускаться легко, пока легко. Свежие силы. Дорога вниз идет, асфальт. Ах, эта вершина прекрасна. Снежная. Вот в этом месте я был, ночевал. Помню тогда. Не задувало, дождя не было. Уже покрасили даже. Не было покрашено. Да, вот здесь и костер тогда. Помню. Ой, хорошо с утра идти. Свежо так. Ночь теплая. Вот ночью было, что ночью тепло. Становится теплее. Я даже вот не закрывал ни палатку. Тепло было. Ну, замки у меня эти, я не могу закрыть, то я беру прищепками там. 3-4 прищепки. Раз-раз и прикрыл. А так тепло, говорю, даже не закрывал сегодня с открытой палаткой спал. Говорю, женщина уже с утра вот. Ну да, потом солнце, жара. Я смотрю, тропа срежу, думаю, небольшая. Эти. Вот, кстати, эти что там, апельсины, что оно, мандарины. Попадаются, растут. Да, нормально срезал. Помидоры растут, вот. Под ноги надо смотреть, а то сейчас можно. Цветы и помеи растут. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но мне кажется, и помеи. Сюда. Так, я срезал. Кукуруза, помидоры, обратно эти зеленые, непонятно, апельсин. Вот еще дерево, да, растут, есть. Папоротник. Да, абрикосы еще есть. Это ж 2 месяца назад меня были тогда угощали. Это как-то интересно, видать, что сорта такие. Собакин. Не делай мне нервы. Ну да, твоя работа такая, понимаю.